масло зеленого чая. Обратите внимание, в фейсбоде, опять я вам рассказываю, у нас натуральные масла идут. Здесь 40% будет самого масла зеленого чая. Все остальное дальше масло из семян, потом масло зеленого чая, потом камелии масло, макадамия. То есть здесь состав органический, очень крутые масла. Его можно вот так брать, массаж, да, вы идете на массаж, берете там любое массажное масло своей массажистке и даете эту бутылку, говоришь, выливай. Она немножко берет там чайную ложку и массирует вам попу. Вот, многие женщины у меня так же, как и моя мама, не буду скрывать, видите, так как он для лица, это гипоаллергенные масла, утром умылась, капельку берешь, подбородок, потому что это антицеллюлит, она подтягивает кожу.